Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании 3-го железнодорожного съезда, организованного открытым акционерным обществом РЖД и отраслевым профессиональным союзом. Владимир Путин подчеркнул, что важно координировать строительство, обновление железных дорог с планами развития регионов и отраслей и назвал Северный широтный ход перспективным проектом, способным придать Арктике новый импульс развития. В ближайшие годы нам необходимо реализовать крупные проекты, которые сформируют пространство для перспективного развития целых отраслей территории, снизят издержки отечественных производителей, позволят укрепить позиции России на мировом рынке грузоперевозок, в том числе контейнерных. Прежде всего, речь идет о повышении пропускной способности БАМа и Транссиба, развитии железнодорожной инфраструктуры на подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна, Дальнего Востока и Северо-Запада России, а также о таком перспективном проекте, как Северный широтный ход, который сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути. Владимир Путин отметил, что укрепление транспортной инфраструктуры должно создавать новые возможности для роста экономики и расширения межрегиональных связей для формирования глобально конкурентоспособных и привлекательных транспортных коридоров, сказал президент. Его слова передает информационное агентство «Северпресс».